В Уральске стартовал чемпионат республики по тоос-кумалаху. Помериться силами в интеллектуальной игре собрались юные спортсмены со всех областей страны, а также из Астаны и Алматы. В основе тоос-кумалаха число 9. Игра строится на тактике и скорости подсчета. Задача соперников, перекладывая шарики в игровых лунках, собрать их как можно больше в свой хазан. Побеждает тот, у кого в итоге окажется больше 81 шарика. В чемпионате участвуют 250 ребят. Играют они в классический тоос-кумалах и в блиц-турнир.